Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц Юлий. Шестой день. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день страдания святых мучеников Марина, Марты, Авдифакса и Аввакума, а с ними Кирина, Валентина Пресвитера, Астерия и иных многих. Во времена римского царя Клавдия, прииде в Рим из Персиды муж некий благороден и богат, христианского благочестия сый именем Марин, с женою своею Мартою и с двумя сынами Авдифаксом и Аввакумом, поклонитеся гробам святых апостол и прочих святых. И начаше время посещать и в узах держимые христиане, и убиваемых за Христа телеса погребати. Прешедше же реку Тивер, обретоше таму в другом граде, в темнице държимого святаго мученика Кирина, многи уже рани за Христа подемшего. К нему же пришедше, повергоше себе на нозе его моляще, да помолице у них ко Господу, и начаше ему и иже с ним узником Христовым служити от имени своих, и умывающи им нозе кропляху се той водою, и прибыше таму 8 дней свята им служаще. В то же время повеле Клавдий все обретающиеся християни без суда убивати. Бях уже не за много и прежде того время яты християни 260, их же осуди цар копати землю. Узилище же их бе вне града в скудельничем месте, при пути нарицаемом Саларийском, тех всех повеле цар на позорище войном стрелами состреляти и телеса их огнем сожищи. То оведевше Марин и Марта с сынами, опечалише се вельми, и шече на то место купно со святым Иоанном Пресвитером, и зимах ота из огня телеса святых, и ликих мужаху изъяти, и обвиваху та чистыми плащаницами и погребаху в пещере яже при пути Саларийстем, в Подгории, кукумер нареченном. Погребоше же с ними и некоего тривуна царского именем власт за Христа обиенного, и прибыше там многие дни в пущении и молитвах с Пресвитером Иоанном. Уведав же то цар Клавдий, повели искать и Марина с дружиною его, но не обретени бъйше, понеже крияху ся. И когда же от пещери он я возвратившися к преждереченной темнице приидоша, не обретоша в ней святаго мученика Кирина. То я бо нощи, пред пришествием их мечем убиен бъйсть. И в Тивер реку ввержен. Они же уведавши, на коем месте тело святаго бъйст ввержено, пождаша нощи, и бъйвши и тме, поискаша в воде мученика, и обретоша и погребоша его в гробнице Понтиянову и в пещере. Посем и душите мимо бон пол Тивера, и еще тменошно и бъивши, и слышен сотвори се глас поющих в некоем дому в горнице. Там обособраше се християни с епископом Калистом, и совершаха всенощное моление и славословие Божие. То услышавши Марин и дружина его возрадуваше се зело, и приступляше толцаху в двери дому того. Внутър же бъвши християни не хотяха отверсти, бояху се бойдало поклонников, да не нападут на них. Святей же Калист епископ к сущим с ним рече, «Дерзайте, не бойте се, Христос толцает в двери нашия, отверземе му, понеже той призывает нас». Торек епископ иде сам и отверзи двери. Озревши же епископа Марин и Марта и два сына их, повергоше се на нозе ему, благословение просящи, и возрадува се у них епископи все верни, и вече их внутри целоваше любезно и молитву деех окупно. Прибъйше же в том месте 2 месеца, водни крающи ся, в нощи же на молитву собирающе ся. В то време Клавдий цар, некой го мужа честна, именем Валентина, саном пресвитера, изповедание ради Христова ята и тяжкими веригами обложена, судищу своему на истязание представи в палате, яже близ позорища, и рече к нему, почто жителствуя посреди людей наших, не дружествуеше с нами? Довольно слышу о премудрости вашей християнской, тъй же премудрост сущи соблажняеше се в суетних вери вашия басних. Отвеща блажение Валентин Пресвитер. А ще бъй ведали си дар Божий в вере нашей сущи, с радости оприял бъй си веру нашу тъй и люди твои, и отвергал бъй си бесов и идола и рукотворения, и изповедал бъй си единого Бога Отца Всесильного, и Иисуса Христа Сина, Его Создателя всяческих, небо и землю, и море и вся яже в них сотворшего.
Некий же от предстоящих царю законоправителя рече к святому пресвитеру велигласно: «И чтом нищу Бог е дии и о Меркурии?» Отвеща пресвитер: «Аз не ино, что о них бъйти мни уточил сие, яко бяху человеци окаянни и скверни, и животни жизни своя в нечистотах и сластех плотских зле пожиша. Но и тъй аз ще покажеше мне родих и деяния, узреше коль скверни бяху». Законоправител же возва велигласно глаголя: «Хулит боги, управители римска го царства!» Клавдий же цар терпеливно слушая глагола к пресвитеру: «А ще Христос Бог ест, то почтом не онем не изявише самые истины?» Глагола пресвитер: «Послушай мя, о царю, и спасена будет душа твоя, и царство твое умножится, и врази твои изчезнут, и тъй над всеми победитель будеш и, изде временна го, в будущей же жизни вечна го насладиши се царства. То, чио сие сотвори. Покай се о крови святых, юже пролияли си, и веруй во Христа, и приеми святое крещение». Тогда глагола Клавдий к предстоящим: «Слышите, граждане римстии и вселюдие, коль здравое учение глаголит нам человек сей». Епарх же, именем Калпурний, возва глаголя: «Прелещаеше се о царю ложним сего учением, праведно ли е с нам оставити тъя боги, им же от пелен наших кланите се научихом се сами судите?» То изрекше епарху: «Премени се сърце царево и вручи ему пресвитера с печали урек. Терпеливно послушай го, я ще не будет здраво учение го еже глаголет, сотвори с ним по закону, им же святотатци судят ся. А ще ли же будет здрав и прав совети го, то почто не имам и то го послушати?» Калпурний же епарх поем света го Валентина пресвитера, вручи го единому от бъивших под властью его сановников начальнишему имени Мастерию, мужу разумно, реки му: «А ще възможеш и словеса и твои ми обещати се го к нашему единомыслию, възвещу о разуме твоем царю, и будеш ему друг». И поем Мастерии пресвитера веде в дом свой. Веше тубо святый Валентин пресвитер в дом Мастериев, преклони колена к молитве и глагола: «Боже всея видимия и невидимия твари, Создателю рода человеческого, послави и Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа спасти ни от прелести вражия и от тьмы в свет истинный привести, и же и призва нас к себе глаголя: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокоювай. Тъй обрати дом сей к Тебе, и дащи му по тьме свет, да познаете Тебе Бога и Христа в единстве Духа Святаго во веки. Амин». Тако помолившу се святому, Астерий слыша в словеса и го рече к нему: «Удивляю се, яко глаголеше Христа вашего свет бъйти». Отвеща святый: «Воистину Господь наш Иисус Христос, рожденный от Духа Святаго и от пречистия Девы Марии, свет истинный есть, просвещая всякого человека, грядущего в мир». Глагола Астерий: «А ще он просвещает всякого человека, ныне обо искушу, истинная ли суть глаголи мое тобою? Имам дъщер ослепшую прежде двоих лет. Я ще оную именем Христа Твоего просветиши, тогда вся я же мне повелиши сотворю». Глагола пресвитер: «Приведи оную ко мне», и те кастерий с очтанием приведе слепую от руковицу. Святый же Валентин руце к небеси воздев и очи со слезами возвед, помоли се довольно. Та же положив руку свою на очеса ослепленна я рече: «Господи Иисусе Христе, просвети рабу Твою, яко Ты еси свет истинный». Я бе прозре от руковица. То виде в Астерии жена его припадоша к ногам святаго глаголюще: «Молим Тя, сотвори с нами еже Ты хощеши, да будем раби Христовы и спасут се души нашия». Глагола к ним святый: «Сотворите обоевые, еже аз повелю вам. А ще от всего сердца во Христа веруете, сокрушите вся идола и яже суть в дому вашим, и пустите ся, и оставите долги всем должником вашим, и приемите святое крещение, и тако спасени будете. Униже все то сотворите с радостью изволиша, и заповедав им тридневний пост, учаше ония таинством святые вери. А понеже Астерий многие имееше под властью своей узники, все хубавото разрешив, пусти из темници на свободу. И по тридневном посте, приспевши от дню недельному, крести се Астерий со всем домом своим, в нем же бяше душу Бойгопола 46. Призва же и святаго Калиста епископа в дом свой и благослови си от него.
то слышав блаженней Марине Марта, жена Его, и сынове их Авдифаксия Вакум, приидоше с радостью велию в дом Астериев, благодаряще Бога, и прибыше там у дней 32. Посему ведав цар, яко Астерий учение му Алентина пресвитера верува во Христа и крести се со всем домом, послабие войны, яти Астерия и всех домашних Его. Ти же нечаяно нашече, яже всех обречих се в дому Астериевум, в них же бяше и святей Марин с дружиною своею, и к царю приведоша. Цар убо Валентина пресвитера и Марина с дружиною Его особо отлучить и повелев, Астерия и домашних Его связаных по славу град на лица и Майостия, да там осуди казнь приимут. Приведено бо святей Астерии все и же с ним во град оный, отдан бо есть судии именем Геласию, и же видев их, вверже всех в темницу. По 20 же днех извед их на судище глагола к ним. Слышасте ли, что повели цар и весь совет Его? Отвещаше святии, не вемай. Глагола судья. Повелено есть, да всяк кланяйся Богом, жив и свободен будет. Нехотящий же им кланяйтесь, да различными муками убиени будут. Отвеща святый Астерий. Да кланяются им ти, и же суть им подобни, и с ними купно да погибнут. Мы же кланяемся единому истинному, всесильному, на небесах живущему Богу, и тому самих себе в жертву приносим. Разгневав се же судья, повели аби Астерия святаго на мучилище повесите и мучите, прочих же всех палицами бити нещадно. И так умучив их в той день, пак и веверже в темницу рек. Лютейшие муки на них уготоват и подобаят. И повели на утре готово бъйти позорището и всему народу собрати ся. Бывши же утро, Геласий судия на позоричном судище седе, и святаго Астерия с прочими святыми мученики представив рече к нему. Остави безумие твое суетное, и пожрети Богом обещайся, да не погибнеш и тъй и иже с тобою в муках. Отвеща святый Астерий. Май все желаем умрети за Христа спаса нашего, яко же Он за ней грешния умре, да очистивши се от скверн мира сего, сподобим се прийти к желаемому небесному царствию. Изпълнив се же ярост и судия, повеля всех предати в снеть зверем, и видени бъйше святии на место нарицаемое звериное, близ капища Златаго. Там обо звери питаеми бяху. Вшечим же святим в ров, отверзе на бъйст преграда звериная и изпустише на них зверей. Святи же Астерии возвавили гласно глаголя. Господи Боже всесильни, помилував и раба Твоего Даниила в рове Левском и пророком Авакумом Того посетиви и укрепиви, Та и нас, рабов Твоих, ангелом Твоим святым посети. И изшече зверие никого же от них вредиша, но поклоняху се Астерию святому и сущим с ним. То видев Геласий рече к народу. Зрите, како волшебними хитростми сии укрутише зверей. От народа же мнози глаголаша, Бог их сохраняет их. И повели судия, извече мучеников из рова уготоват и огни вели и вовръщи их на сужение. Возжено же бъвши огню велико, святе Астерий к прочим святым рече. Дерзайте, не бойте ся, и же бо стреми отруки в пещи Вавилонсте и четвърти виден бяше, той се ныне посреди нас стоит. Егда ввержени бяху мученики в огън, абие погасе пламень и огън в хлад приложи ся. А святии прибъйше невредими. Тогда судия видя себе побеждена и постиждена, повели мучеников вне града изведенник сугубою уморити смертью. Обих мечем посещи, обоя же камени им побити. И так усоверши се подвиг мучения их. Оставлених в Риме с блаженним Валентином пресвитером святых мучеников Марина, Марто, Авдифакса и Авакума, Клавдий цар своему судищу представи. Первия обо святаго Валентина палицами нещадно бив, во главу усещи повеле. Таже к святому Марину и иже с ним рече. Откуда есте? Отвещаше святии. Из Персидия сме. Глагола цар. Чесо ради оставивши отечество ваше, сему приидосте. Отвещаше святии. Желанием возжелахум поклоните се гробом святих апостолов и при тех воздати молитви нашия Господеви. Глагола цар. Откуда имате злато и сребро? Слышу бо вас богатих сущих. Отвеща святей Марин с Мартою. От имени наших я же имехум в Персиде премногая и продавши оне раздахум неимущим. От оставшие си же цены и сему с собою принесохум не себе ради, но послужение ради святым.
А як у Персиді богатий бихом, у цього можеш і розуміти, як у благородні сми. Отець мой Маромей, перший по царе персидським бяше. Сія же супруга моя, дештеріст кусініта славного в Персиді князя. Глагола царь. Почто, оставивши отечески боги, в Персиді почитає моя, прийдосте сему іскати мертвих чоловеков. Отвіща Марін. Мій рабі Христовий, святим апостолом, їх же безсмертні душі живуть з Богом, прийдохом поклонітися, да будуть у нас ходати, як у Христу Богу нашому. Глагола царь. Где злато і сребро єже із Персиді принесосте? Отвіща святий Марін. Дадохом тое Богу, і же нам то на время даде. Разгневався же цар, даде їх намеснику своєму іменем Мускіану глаголя. Аж те не принесут жертви Богом, различними муками погуби їх. Той же поемония, сидя на судіще в капіште тилудей богині їх, і представив святое на істязание, предложи їм вся орудія мучительская, і притяжши їм лютими муками, принуждая к ідолу поклонению. Не повинувшися же волі його, нача мучити. Первий обу святаго Марина на землі протяженна палицами біти повелена долзе. Той же бієн сушти, не іночто вопіяше точію, слава тебе, Господи Ісусе Христе. Та же в дефаксі вакуум також де палицами бієні бийша. Святая же матір Марта, смотрящи на страдання чад своїх, укрепляше їх матерними увещаннями, де мужественно терпят Христа раді, большее страдання за нас претерпевшого. Посем на училище повешених сих трех мучеников, отца с сынами, повелен ногтьми железными телеса их судрати, и огнем ребра их опаляти. Они же светлым лицем взываху, благодарим Те, Христе Боже наш, як усподобилися нас страдати сия за имя Твое. Посем снемши их с мучилища, повеле им отсищти руце. Марта же, собирая кров их, мазаше се ею с радостью. Та же мучитель руце їх нової їх обвесів повеле водити по всему римському граду. Водім їм же бившим святим, егда вопіяше проповедник глаголя «Не хуліте богов, сего бураді казнім єсте». Святі противу взаєваху глаголюште «Не суть бозі, но бесове, і же імут вас погубити з царем вашим». По таковом страданні святі мученики зведені биш за 13 поприщ тут града на место нарицаємої німфа Катавасі. Святий обо Марін, со Авдіфаксом і Авакумом мечем в углави усечені бийша. Святая же Марта, в реце потуплена бисть. Жена же некая верна, іменем Філікіта, взя оте й телеса посечених мучеников святих, також де й святия Марта й тело в воде обрети, і погребе оне на селе своєм. Славище Господа нашого Ісуса Христа, со Отцем і Святим Духом славимо го во веки веков. Амінь. Конец життя святих мучеников Марина и прочих, и же с ним.